9 часов вечера спустя 3 дня. Вот он, заяц. Ему, как в референсе в оригинале, здесь есть елочки. Мы добавили еще луну. А также его друзья сова. Или это филин такой-то. Лисенок и барсук. Барсук спит, остальные смотрят. Здесь в интерьере еще присутствует в большом количестве витраж. Так что вот эта вот роспись окон с имитацией витража оказалась, ну, не то что кстати, а просто дополняет интерьер. Здесь с тех пор, как я начинал рисовать, за эти дни уже повесили новогодние украшения. Так что теперь все это выглядит еще праздничнее, еще интереснее.